Неуверенность для рынка, неуверенность для предприятий, которые не могут нормально планировать свою деятельность на перспективу. Поэтому, конечно, для Европейского Союза и его бизнеса это не очень такая хорошая новость. Ну да, на один месяц, ну а что дальше? Почему Трамп и его администрация таким образом ведут себя в отношении Европейского Союза? Ну, отчасти, на мой взгляд, это объясняется тем, что с самого начала отношение Трампа к перспективе отношения с Европой было гораздо более сдержанное, чем у всех его предшественников. США не планируют затягивать переговоры с Евросоюзом, сообщил министр торговли США Уилбур Росс, отметив, что это свело бы на нет всю суть. Около 15% всей ввозимой в США стали из Евросоюза. Поэтому, если мы будем вводить пошлины, то нужно делать это довольно скоро. Или же люди начнут обманывать систему, сказал министр. Наталья Шашина, Бизнес ФМ. Парализована работа метро, железной дороги, блокирована дорога в аэропорт. Об этом заявил во время шествия в Ереване лидер оппозиции Никол Пашинян. Он также добавил, что протестующие привыкнули к перезабастовке множества коллективов школ и университетов. Автомобильное движение блокировано практически во всем Ереване, от трассы, ведущей в столицу, перекрытым. Также активисты заблокировали входы в ряд пустых.
Эксперты считают, что сервис Брэнсона будет востребован. В России объем электронной торговли по итогам прошлого года вырос на 13%, преодолев отметку в триллион рублей. Но сверхскоростные грузовые поезда пока собираются запускать не у нас, а в Индии, Саудовской Аравии и в Эмиратах. Заявление.
я не уверен, что это будет какой-то большой массовый марш. Вадим Карасев, параллельно с акцией украинских националистов в Одессе будет проходить и другая, траурная, в память о жертвах пожара. 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов оказались блокированы около сотни противников Евромайдана. 48 человек погибли. Алексея Улюкаева в ближайшее время могут этапировать в Иркутскую колонию номер 3. Такое предположение высказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Адвокат Улюкаева пока никак не комментирует подобные сообщения. Ранее коллеги Мельникова из ОНК не исключали, что специально под Улюкаева в России проявится, если не появится, если не специальная колония, то как минимум особый отряд для чиновников топ уровня. Пока же высокопоставленные госслужащие действительно часто отбывают наказания в колониях для бывших сотрудников правоохранительной и судебной системы. Осужденные жаловались на производство администрации.
7 в Москве, в студии Евгения Симонова. Глобальные депозитарные расписки и N+, Олега Дерипаски подскакивали на утренних торгах на московской бирже на 11%, при этом акции «Русала» умеренно растут, отыгрывая новости о продлении Минфином США срока исполнения решений по санкциям, свидетельствуют данные торгов. При этом индекс самой Мосбиржи рос на 0,31%, следует из данных. Национальные таможенные пошлины после Брексита в соответствии с пошлинами ЕС. По их оценкам, таможенное партнерство может помешать заключать в будущем значимые торговые соглашения. Кроме того, законодатели опасаются больших затрат на реализацию проекта. Как ожидается, переговоры по Брекситу продлятся до ноября. Выход Великобритании из ЕС предположительно должен состояться в марте 2019 года. Дорогу между Ереваном и Гюмри, также в Ереване.
том, на чьих условиях будут проведены эти досрочные выборы. На условиях РПА, чтобы она была в это время во власти, или на условиях Пашиняна, чтобы он был в это время во власти. Пожалуй, Сундзисян, независимый журналист из Еревана. О будущем правящей республиканской партии рассуждает политолог, председатель правления аналитического центра по глобализации регионального сотрудничества Степан Григорян. Thank you.
наркотики рядом ядерного оружия. В экстренном обращении к нации Нетаньяху заявил, что израильская разведка заполучила секретные документы, а именно 55 тысяч файлов на 183 дисках. Наталья Шашина продолжит. Как высказываются некоторые израильские эксперты, если бы в Голливуд представили сценарий, основанный на этой операции, его бы отклонили по причине чрезмерной фантастичности. По данным New York Times, израильская разведка обнаружила место хранения иранского ядерного архива еще в 2016-м. Спустя два года агенты Моссада проникли в секретное здание в Тегеране, похитили оригиналы документов и переправили их в Израиль. Но только через несколько месяцев об этом с телеэкрана объявил премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Демонстрируя шкаф, набитый папками с документами и компакт-дисками, он заявил, что Иран был
сталкивались сегодня на утренних торгах на московской бирже на 11%. Прямо в Сарусалу.